Курс на зиму. По прогнозу Аблогидромета, у хуткім часе магілючан чакае паніжэнне температуры до 0 градусаў. А значит, самы час падрыхтавацца до зимы, напрыклад, пераабуцца неабходна не толькі пешаходам. Зимовый обуток – обовязковый атрибут автомобиля с 1 снежня. На это звертают особливую увагу супрацовники Держаутоинспекции. Тех, кто будет ездить на летних шинах после 1 снежня, чакая покаранне рублем. В зимний период, если же на автомобиле будут установлены летние шины, штраф составит пол базовой величины. Если же на автомобиле будут стоять зимние шины, но остаточная высота протектора менее 4 мм, штраф составит в размере 1 базовой величины. За повторное такое нарушение штраф уже составит от 2 до 5 базовых величин. УДАИ отмечают, штраф за отсутствие зимовых шин – это хуже и превентивная мера. Зимние шины по своей структуре они более мягче и из-за этого обеспечивают больший коэффициент сцепления с проезжей частью. Из-за этого меньший риск потерять управление автомобилем на зимней дороге, меньший риск заноса. У додаток до шин по сезону с наступлением холодов инспекторы ДАИ раят хуткостный режим снизить, дистанцию помеж автомобилями на дороге повялючить, а пильность за удельником руху узмацнить. Павел Савицкий, Денис Бутылин, «Новин регион».